Всем огромный-огромный привет! Сегодня хочу вам рассказать о своих впечатлениях, новинок компании Avon, которые будут представлены в февральском каталоге. И начнем. Ну, сначала покажу, как выглядит каталог. Вдруг не все знают. У меня обзор на этот каталог и на Outlet уже есть на канале. Начнем с пены и спрея, которые представлены на 226 странице. Пена для ванны в объеме 500 мл 200 рублей стоит. И лосьон-спрей для тела «Сочный взрыв» 139 рублей. Вот они цены. Можно все заказывать. Ароматы, которые заявлены в этих средствах, это клементин и имбирь. Ну и, собственно, благодаря клементину пена имеет аромат такой цитрусовый, приятный, сочный. У меня не было времени принимать ванну с пеной, а вот детки мои с ней купались. И на протяжении всего купания они играли с этой пеной, строили из нее что-то. Пена не опадала. А такого она оранжевого цвета. Я не скажу, что она сильно жидкая, либо сильно густая. Ну, конечно, не такой густоты. Все распенилось. Не такой густоты, как раньше были пены. Но на ее пенообразование это никак не влияет. Так, что-то у меня потекло. По пальцам эта пена вся. Я с дури на ванну налила 2 колпачка, и этого даже было много, потому что детям наливаю не полную ванну. Младшей нету, кстати, еще и 2 лет. Через 2 месяца нам будет 2 года, но она купалась в этой пене впервые во взрослой пене, и никаких нареканий нет, никаких аллергических реакций, ничего. Я подозреваю, она где-то там и на лицо попадала, может быть, не конкретно в глаза. Но ребенок не плакал, значит, дискомфорта не было, никакого пощипывания, все было замечательно. Ну и, собственно, из этой же линейки спрей, он у нас идет линейка Sensence, не как мы привыкли Naturals. Кто боится запаха имбиря, здесь нет. Здесь мягкий такой цитрус, потому что клементин – это мандарин со сладким апельсином 50 на 50, ну, насколько я понимаю. И вот эта вот мягкость, сладкая мягкость, очень хороший, вот видите, за неделю четверть использовала, очень мягко распыляет, обильно, очень мелкодисперсно, объемно, не обильно, а объемно, классный, буду продолжать им пользоваться, вообще замечательный продукт, никаких у меня к нему претензий нет, кроме положительных впечатлений, поэтому буду использовать и не исключаю вариант повторения. Так, переходим к линейке, которая подороже. Это уже линейка Планета Спа. Новая у нас линеечка под названием «Энергия пробуждения». Представлена будет на странице 198. Здесь уже расширенная линейка, но по фокусу мы могли заказать и попробовать 2 средства. Это скраб для тонуса энергии 319 рублей и спрей для лица 200 рублей. Увлажнение и сияние. Не портит макияж, написано. Ну, раз так я сакцентировала на этом внимание, то с этого спрея и начну. А вот здесь у меня немножко подстерлась бумажечка. Он мне пришел не русскоязычный. Тут написано спрей вуаль для тела. Девочки, это не вуаль. Кстати, я хотела вот взять на что-нибудь побрызгать и забыла. Распыляется струйно, практически одной струей. Я не знаю, может, мне такой попался флакон с таким отвратительным распылителем. Очень обильно, бьет в лицо. Это никакая... Вот спрей для тела намного мягче распыляется, чем вот этот спрей для лица. Я первый раз попробовала этот спрей нанести на лицо. На чистое, ну, как лицо чистое, без макияжа. Но была уже вторая половина дня, то есть это какая-то пыль, какие-то кожные выделения на лице были. И я получила заказ после обеда, ну, естественно, после распаковки нанесла на лицо. У меня жутко начало жечь кожу. У меня были такие серьезные покраснения в зоне лба, нос, в общем, Т-зона. Там, где больше всего, видимо, было выделений кожных. Пошла умываться, девчонки. Но я не остановилась на этом. Я стала использовать это средство вместо тоника утром и вечером, ежедневно.
Приходилось после этого ждать несколько минут, чтобы оно как-то впиталось, чтобы нанести потом сыворотку или крем для лица. И вот на только что очищенное лицо этот спрей распылялся, не распылялся, а действовал более лояльно. То есть покраснений у меня не возникало. Но опять же, если вы на макияж нанесете, может, на ладошку попробую. Смотрите. Вода потекла, и она какая-то белесая. Я, естественно, ради эксперимента. Аромат, кстати, тоже цитрусовый такой. Здесь у нас в составе, что заявлено, не помню. Сейчас посмотрим. Пишет он у нас, что ли, что он у них тут в составе. Так, лайм вижу. Ну, цитрусовый какой-то такой он. Если эта линейка более сладкой, цитрусовой, то это более такой посерьезней. Цитрус. Ну, да, здесь лайм, он как бы покрепче. Ну, так вот, решила я попробовать его на тело нанести. Думаю, может быть, на теле отлично сработает. И огромное было желание перевести его в спрей для тела. Ну, потому что невозможно как... затруднительно с ним работать, когда наносишь его на лице. На тело мне не понравилось. Вот представляете, вы брызгаете на руку, и у вас вот так вот пятно сюда-сюда. И не как облачком, как вот этот опять же, а вот так пятнами. И эти влажные пятна оставляют мыльный белесый след. Нужно их еще растирать по телу. Я это сделала только один раз на ночь, потому что я побоялась, как бы одежда не прилипла. Если бы я сделала это утром, я думаю, я бы повторно приняла душ. Для меня этот продукт не подошел. Я его не буду повторять, это точно. Попробовала, вам рассказала, вас предупредила. И все. Что касается скраба. Мне пришел скраб с кверх ногами приклеенный. С экстрактом китайского зеленого чая. Заряд энергии. И лайм тут есть. Так, перевернула. И из крышки потекло на флакон. Почему? Да потому что крышка до конца... не закрывается. Там такой оранжевый скраб, прозрачный, с такими частичками, вы можете их видеть, пластиковыми какими-то. И я бы не сказала, что это скраб. Я все принесла из ванной. И так как, когда я беру продукты на тестирование, я их использую ежедневно, то они, понятно, у меня в ходу, и из них течет вода. Вот, сегодня тоже принимали ванну все. Вот. И что касается этого скраба. Это пилинг. Если по чесноку, как говорится, это хороший пилинг, который шлифует кожу, но не скрабирует. Он мягко шлифует. Я такие мягкие скрабы люблю, но я знаю, что есть любители жестких скрабов. И, скорее всего, для них это будет пустышкой. Для меня это хорошее шлифующее средство. Я с удовольствием использовала, тем более приятный запах от того, что он такой гелевый, расход небольшой. Единственное, он очень скользкий. Если вот взять его там на ногу, положить и убрать руку, то он скатится и упадет в ванную. Поэтому здесь, как говорится, тоже нужно учитывать этот фактор. Объемчик 200 мл стандартный, поэтому здесь никаких претензий. Ну и, конечно, у нас уже на обложке сразу представлен новый аромат. И Traction Game, как водится в паре, женская и мужская версия. По традиции я заказала два пробника. На странице 3 у нас предлагают приобрести нам женский. Стоимость не вижу. 1149 вижу. Все. Заявлено у нас аккорд горького шоколада. А вообще древесный аромат, розовый перец, горький шоколад. Бархатистый древесный аккорд. Что вам хочу сказать? Уже, наверное, вообще за всю историю, когда я тестирую ароматы в пробниках, это второй аромат, который у меня полностью закончился за 3 дня. Я так много не наношу и так часто не обновляю, когда аромат хорошо держится. Здесь, девочки, когда я его нанесла первый раз, это было 6 утра, я поехала на вокзал провожать племянницу, и я не завтракала, ну, в общем, встала, умылась и поехала. В машине нанесла этот аромат я дома, и так, в общем, на одно запястье, на локтевой сгиб и на шею. 3 нанесения, да.
В машине он меня немножко придушил сладостью. То есть вот этот шоколад, он прямо-таки вылез. До вокзала мне ехать минут 20. Это в худшем случае, а так минут 15. За это время он успел меня подушить минутки 2, 3, может быть, от силы. Потом он просто стал как бы исчезать. Какой-то после выветривания вот этого сладкого шоколада что-то такое невнятное, бумажное какое-то прозвучало, непонятный такой вот газетный, что запах, не знаю, может, это древесные ноты так проявились. И на момент, когда я вернулась домой, от меня уже аромата не было слышно вообще, даже если я подносила к носу запястье. Единственное, где он остался еще на протяжении 3 часов, наверное, после того, как я ездила, это шарфик. Хлопковый шарфик с шерстяными ниточками, с небольшим вкраплением. Вот на нем он остался. С меня слетел. Неоднозначно у меня о нем впечатление, и как сам аромат он меня сильно не впечатлил, ну и стойкость тоже, можно сказать, подкачала. Но опять же, девочки, на каждом стойкость может быть разная, поэтому пробовать нужно. Что касается мужского аромата, также он стоит 149 рублей, представлен на странице 5, здесь есть бонусы. Аккорд горького шоколада и там, не зря они парные. Древесно-восточный аромат, молотый перец, темный шоколад, древесный аккорд. Я сначала хотела его протестировать на мужчине, но девчонки постоянно забывала, и в результате я его тестировала на себе. Сразу вам хочу сказать, вот как только я его получила, и сейчас, вот ощущая аромат из пробника, пахнет больницей для меня. Вот я не знаю, какой-то больничный запах, вот прям вот больничный-больничный. Но я нанесла его с осторожностью на запястье, на локтевой сгиб дома в жару. Но я уже знала, что раз женский так слетает быстро, думаю, мужской, в принципе, должен быть таким же. На мне он раскрылся вот знакомым эйвонским древесным этим аккордом. Не могу вспомнить, в каком аромате. Ну, даже не в одном аромате. Вот если убрать этот запах больницы, может быть, Avon Man что-то есть, только там погрубее. Или вот Black, как этот у нас был там, Touch. Что-то есть знакомое. Вот древесные ноты узнаваемые есть. Остальное такое вот как-то тоже не сильно меня впечатлило. Я бы тоже охарактеризовала как невнятное. Вот кроме этого дерева. Перчинка чуть-чуть совсем чувствуется. Шоколада я как такового не чувствую. Она потерялась в этом дереве. Ну, в общем, эта линейка парная как-то мимо меня прошла. Напишите, кто попробовал. Может быть, у кого-то другие впечатления. Кто-то по-другому воспринял. Обоняние тоже у всех разное совершенно. И на мне, кстати, мужской этот аромат тоже продержался максимум 2 часа. То есть очень быстро слетел. Вот такой мой отзыв на новиночки февраля. Уже скоро будем заказывать новиночки марта. Огромное вам спасибо за внимание. Всем пока-пока. До встреч в новых видео.